Охай, народ! Добро пожаловать в Slime Rancher, часть номер 3. Сегодня наша цель будет открыть одну из новых территорий, либо темненькая, либо то, которая там. Я думаю, вот то приоритетнее, потому что там много куриц, нам не нужно будет далеко ходить. Собственно, наши коты хотят есть, они очень голодны, поэтому давайте начнем с того, что мы их как раз таки и покормим. Посмотрела я, в чем проблема у меня со звуком. Выяснилось, что моя программа для записи OBS решила, что звуки клавиатуры ей нужно, как бы это сказать, блюрить, пусть будет так, скрывать с помощью помех. Из-за этого звук был не особо. Я не знаю, насколько сейчас это будет хорошо слышно клавиатуру, не знаю, насколько хорошим будет звук, но на второй части он более-менее нормальный. На первой он, да, не особо. Ну, так бывает. Первый блин всегда комом. Нам надо собрать фрукты, соответственно, собрать 1000. Кушай, кот. Нужно собрать 1000 плортов, даже чуть больше. И еще я думаю купить себе какое-нибудь улучшение, например, либо расширение отсека, либо ранец. Ну, это мы еще посмотрим. Еще мне желательно поставить таймер, чтобы, как обычно, не заиграться. Так, все, можем, в принципе, продолжать. Продаем. Кстати, миуровые плорты пошли в цене. Нас бегает довольный кот. Еще надо будет покормить тех самых. Вот этих вот. И завести им немножечко новых друзей. Так. Собрали. Не надо меня, пожалуйста, бить. Идем продавать. И сегодня, я думаю, еще мы построим еще один загон, чтобы было больше. Больше плортов, больше всего. Идем за нашими слаймами. У нас тут бегают коты. Полуоборочные. Пойдем со мной. Нет. Ну вот. Только хотела тебя взять с собой. Берем 3 розовых. И идем давать им новое жилище. Это ваш новый дом. Живите теперь с этим. У вас есть еда, у вас тут, в принципе, есть все. Так, а давайте мы им сделаем вот этот плартоз, не, вот это кормушечку им сделаем. Так ведь будет гораздо проще. Насыпем им сюда фруктов. Коты, отдайте фрукты. Отдадим им фрукты, чтобы они могли есть. Так же будет проще. Так, ешьте. Ешьте, мои дорогие. Все. И теперь идем куда-нибудь еще. Пойдем, наверное, в ту часть, которую мы открыли в прошлых сериях. Мы покормили 2 обжоры. Красного и... Вернее, розового и синего. Кушайте. У нас появилось новое какое-то достижение. Мы, кстати, в прошлой серии еще открыли, по-моему, 4 достижения или что-то такое. Уже через 3 дня надо будет идти в универ. Вуз. Немножечко печально. А еще и зима впереди вообще. Ну, мне больше жалко людей, которые слишком мерзнут зимой. Я лично знаю таких людей, и для них зима это полная катастрофа. Потому что они укрываются 50 одеялами, и то они умудряются как-то замерзнуть. Лучше я не представляю как, но... Как-то так это происходит. Так, идем продавать розовые плорты.
вместе с мяуровыми. Еще надо будет принести котов на наш ранчо, еще немножко. Много котов не бывает. Мы это факт поняли, признали и отдаем ранчо котам. И еще у нас сейчас ночь. Надо бы пойти и немножечко поспать. Хотя зачем спать? В принципе, сон для слабых. Но это в жизни, а здесь все-таки надо. Звездная почта. Как раз-таки Огден нам что-то написал. Хоть кому-то и хоть где-то я нужна. Немножко грустно, немножко весело. Что уж тут поделаешь. О! Им начали давать еду. Поэтому теперь вы должны съесть вот это вот. Мы собираем розовый. О, ты молодец, ты скушал. О, она мяукает. Это мило. Это очень мило. Так, народ, вот ваши курицы. И сейчас надо забрать парочку отсюда. Вот, 8 куриц. Я думаю, вам, в принципе, должно хватить, да? Ой. А ты каким образом оттуда выбрался, друг мой лесный, друг чудесный? Давай-ка туда, и ты тоже давай-ка туда. Без понятия, как вы выбрались. Но вот так вот. Еще я знаю, что у них есть здесь игрушки, тому обязательно нужно будет купить парочку. Вроде их немного, каким образом они вылезают? Через верх? Им крышу нужно купить, чтобы они не выпрыгивали. А сколько у нас крыша стоит? Воздушная сеть 425. В принципе, мы ее уже сейчас можем купить. То есть продадим пару этих, и все шикарно. Купим, чтобы они уже не вылезали. А воздушная сеть вот так. И теперь вы точно выпрыгивать не будете. Наконец-то. А может, мы даже изменим немножко суть нынешней серии и будем улучшать что-нибудь на ферме, я без понятия. Главная цель — заработать. Все. Все, что я знаю на данный момент. Курицы. У нас есть свекла. Идем кормить слаймов здесь. Здесь их очень много. И они очень голодные. Тому ешьте. И давайте плод. Так. Плорты. Да. Язык начинает заплетаться. Так. Еда. Кушать. Еда, кушать, давать кристаллики. Надо их прям закормить. Так. Все, теперь мы собираем. Все. Идем сдавать в денежный приемник это все. Мне интересно, мы вообще сможем за эту серию набрать около 1000? Это ж только надо будет бегать туда-сюда, чтобы просто это все собрать. Еще и курей надо бы принести, чтобы наши коты могли кушать. Курей много не бывает. Пойдем на ту территорию. Ни хрена себе тут. Денег. Это ж охренеть как много. Нет, вы уходите. Все, в принципе, можно тут оставаться, да? Там дальше идти смысла нету. Будет слишком много хлопот туда-сюда бегать. Все, вот. Две станции, и на этом все прекрасно. А, энергия кончилась. Я думаю, что я не могу бегать. Недавно попробовала какой-то новый корейский
он называется? Рамен? Да, рамен, рамен. У нас его такого раньше не было. Он такой острый оказался, это ж кабздец. Пришлось буквально чуть ли не литр воды выпить. Никому из людей, с которыми ели, он не зашел. Вот, выглядел красиво. То есть упаковка, все красиво. Многие говорили, что он вкусный, но он оказался чересчур острым. Когда его заливали водой, он в принципе выглядел просто как какое-то красное нечто. То есть настолько там было много перца. Так, мы пришли. О, куры. Куры, цыплята. Да, то есть... Куры, цыплята. Моё. Хватит пинаться. Кура. Кура. Кура не хочет идти, ладно. Так, разбрасываемся слаймами, да, немножко. И идем собирать куриц вот сюда. О. Да ё-моё, уйди ты. Уйдите вы, дайте мне петуха забрать. Кукарикуна. Тут он так называется. Отдайте мне моё. Так. Коты. О, мне снова кто-то написал. Что-то от Кейси. Ладно. Пойдем спрашивать, что Кейси хочет. У нас есть курицы, цыплята и кукарикун. Вперед домой. В принципе, этого должно хватить. Так, тут еще цыпленок. Цыплята лишними не бывают. Это факт. О, тут еще есть. Так, все, в принципе, мы всех здесь собрали. Вперед на базу. Вперед снова на базу. Глянем, что от нас хочет Кейси. Кажется, так. Вперед домой, вперед домой. Курицы у нас идут гулять пока что. Да. Так, кукарикун и цыплята. Все, высаживайтесь сюда. Что? Мотти. Торты. Ей нужны. О! Так это очень даже легко. У нас есть и розовые, в принципе. Давай ей отдадим. Раз, два, три, четыре. И мяуровые. Где у нас коты? Коты, у вас здесь ходят миллионы куриц. А вы не можете их съесть и дать мне деньги. Ё-моё. Вас этими курицами надо буквально кидаться, чтобы вы смогли их съесть. Спасибо, не надо меня бить. Мне всего лишь нужны ваши деньги. Так. 17 упали в цене, ладно? Так. Ну, раз вас нужно прям в вас кидаться, чтобы вы могли поесть, давайте покидаемся. Вы же сами не можете, да? Вот так? Вот так. Все, так хватит. Так, держи тебе 3 миуровых. И надо только дождаться ночи. Все, в принципе, будет вам этот. Здесь, да, информация просто. Недовольный кот. Вот тебе бегает курица. Возьми ты, прояви кошачий инстинкт. Вы как домашние коты. Забыли все, что умеете и все, что можете. Так. А мы можем, кстати, и не ждать ночи. Мы можем пойти в то подземелье, переход. С
с одной локации на другую, там же ж есть вот эти агрессивные слаймы в темноте. Дадим их поесть, и они дадут нам нужные плорты. Язык заплетается, я не могу уже. Просто, опять же, кто-то не спал целую ночь, поэтому язык и заплетается. Привет. Кушай. Нет. Кушайте. Вы же голодные? Ладно. Ну, не голодные, так не голодные. Может, тут кура есть? Кура? Да, тут есть кура. Так. Фрукты. Интересно, они не едят, потому что они агрессивные или потому что они просто не хотят? Да, я буду тыкаться в них. Нет, они поели, то есть все окей. Они, их можно кормить. Да-да, агрессивничайте дальше. Дикий слайм. Да-да, агрессивничайте дальше. Так. Кищ, нужен ты мне 300 лет. Мне 2 твоих плорта надо, и я уйду. Все. О, мне показалось, это коробка. Ладно. Не знаю, насколько клавиатуру будет хорошо слышно, но если так, то я с этим ничего не могу сделать. Либо будет ужасный звук, если он еще не ужасный, либо я не знаю. Так, вперед, вперед, вперед. Все, пришли. Плорты. Первый человек, задание которого мы выполнили. Держи. Спасибо. Око-око. И курикуны. Держите. Цыплята. Ты как пробрался сюда? Создание кошачье. Да уйди ты отсюда, пожалуйста. Так, 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 так. Сюда уже никто не заходит, не выходит. Шикарно. Так, продаем. Кстати, мы уже заработали 1000. Я этого даже как-то и не заметила. Мы выполнили задание, нам дали денежку. Неплохо, неплохо. Иди. Вот, ну, коты, они и есть коты. Перед ними бегает куча куриц. Вот, буквально. Куча куриц. Вон еще курица. Иди сюда. Вот, курицы бегают. Они столпились вокруг них и пытаются их съесть. Ну, ладно. Будьте котами, в принципе. Ну, ё-моё. Можно же как-то по-нормальному быть котом. Так, кстати, надо покормить вот этих созданий. Держите. Так, плорты. О, вы поняли, что можно давать плорт. Шикарно. Так, так. Тогда мы даже купим сегодня намного больше, чем я запланировала, если мы так легко заработали эту 1000. Идем открывать вот эту территорию. А, она стоит 1700. Ну что, сейчас исправим. Минута дела. Раз. И два. Так. Дайте остальное, что у вас тут есть. Эти плорты, еще фрукты пособираем, отдадим им. Так. Так. И отдаем им. Все. В принципе, у нас 1000 есть. 1700. Даже 1800.
и открываем новый район, новый участок. Ура! Как-то я слишком безэмоционально реагирую. Все обычно такие: ура, мы открыли новый район, новую какую-то территорию. А я просто, я просто ура, все. На этом все. Так. Кукарикуны. Боже, мне безумно нравится, как они тут кукарякают. Эти курочки, какие звуки они издают. Я не знаю, почему мне безумно нравится. Коты. Еда. Вот давайте на меня еще понападайте. Вот кто-кто, коты на меня еще в жизни не нападали, да. Так. Вы не бьетесь еще. Боже, какая прелесть. Лорты. Лорты. Так. Собрали. Все, коты полудовольны. Пусть сами ищут себе еду. Еда у них прямо перед носом. Почему они не могут просто повернуться и найти эту еду? Все, наша новая территория. Тут, кстати, телепорт. Не совсем помню, куда он ведет. Я еще, молодец, умудрилась микрофон задеть. Не знаю, сколько это было хорошо и плохо слышно. Извиняюсь, если это было очень хорошо и больно по ушам. Так. Пылесосим территорию. Что мы делаем? Правильно, пылесосим. Новая записочка. Кому надо, ставьте на паузу, читайте. Потому что я не люблю читать в игре. Ненавижу. Не знаю почему. Если есть что-то важное, это можно сказать и не давать игроку читать это. 15 куриц, и это еще не все. Пожалуйста. Ты настолько не хочешь ко мне в карман, да? Пятнадцать куриц, 17 даже. Больше 20 с одного участка. Неплохо. Кстати, вот здесь где-нибудь я хочу поставить себе водяных слаймов. Так, сделаем вот так микрофон. Я надеюсь, оно будет нормально. Потому что... Я даже не знаю. Ух ты! Вы так умеете? Вы решили скрепиться? Ну, раз так, то нате, покушайте. А то вы так всю жизнь будете голодны. Пам-пам-пам. А сколько стоит улучшение? Так. Наверное, еще нельзя, да? Мы еще не достигли того уровня, что...